Всем привет, ребят. Ну что у нас, как обычно, коллекционер, как кошак. Кошак, вот такой вот у меня аккаунт сегодня находится. Он в гильдии Ghost Viper. Я так понял, призрачный вайпер. Первые места битвы гильдии атака фортов. И сейчас мы прочитаем. Гильдии принимаются игроки от любой силы, главное желание побеждать, играть и развиваться все вместе. Гильдия занимает первые места на БГ, два раза за 7 месяцев заняла второе место. И первые места на атаке фортов за 5 месяцев без поражений. Вот так вот. Штрафов, взносов нет. Дозор качаем, остальное в ЛС у лидера. ВК и телега в описании гильдии. В принципе, это все видите на экране. Кидайте заявочки, вступайте. Такс. Поехали. Просрали СО. Бездонатный аккаунт, накопленные самоцветы. То есть на бездонах ролить весело. 66-88. Героев надо много. Бигфут, Космо, Тесса, Командора, ПБшка, Ледяха, Землерой, Косвалин, Бугимен. Ну, Махатма есть, там многие есть. Отлично. Это радует. Ну что, поехали. Поехали по-братски рольнем имбу ему. Я думаю, мы выбьем не одну имбу сегодня. Одержимый. Потому что на таких аккаунтах выбивать интересно. Афина, Стрелок. Ну, вы уже здесь есть. Почему вы не падаете там, где надо? Кенди, смотрите, как ему на девочек прет. Что-то он знает. Алхимик. Ара. Ара. Студеный циклоп, 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 шаман, шаман, Рино. Пора. Что с тобой, рандом? Что с тобой не так? Вот что-то на таких аккаунтах. Капитан Рогатка. Вот это радует. Вот это радует. Но это все у него есть. Вот. Вот есть. Вот почему падают именно те герои, которые есть. Вот знаете, как западло, блин. Классные герои падают, классные роллинги. Ну, блин. У большинства уже эти герои есть, тем более там Анубисы, Стрелки. Все это есть. Так. Кошак. Точно кошак. Что-то он знает. Опять. Опять я просто не ухожу в рейды и тестирую тот же самый вариант. Вообще не падают. Суккуб, ну ты чё? Рандомчик. Одни студеные. Укротите Арину. Бугимен, вот это да. Вот это оно, ребятушки. Это оно. Ну что, поздравляю. Имба у тебя есть. Поехали дальше. Let's go, baby. Давай, где там я уже потерял, пока говорил. Потерял уже его алтарь. Так, сейчас будет имба, ребятушки. Профессор Ибит. Ну, почти имба. Сейчас будет имба. Раз, два, три. Три. Еще раз три. Три, 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 три. Бульдозер. Что это такое? Вот что это такое? Паладин. Один герой? Да вы что, издеваетесь? Просто тупо издеваются. Просто ужасно. А, кстати, давайте посмотрим на его героя. Самая интересная вещь. Да нет, это печаль, это надо срочно исправлять. Ух, что это там такое? Черные квадраты. Спалили админ панельку. Там еще у меня даже какой-то сбор есть, но успокоительное. После таких роллингов только успокоительное и принимать хозяином аккаунтов. Как мне кто-то написал, сначала паролишь 50к, паролю. А докажи, что это ты, говорю, зайди в атом. Нет, давай поговорим в дискорде, я говорю, у меня, блин, дофигища роллингов, нету времени на это. Нет, давай поговорим в дискорде. Ну, ребят, как дети, ей-богу.
Все ссылки есть туда, пишите там, где ссылки на канале. И будет вам счастье. Ну что, поздравляю, у тебя появились каким-то образом донатные сундуки. Я не знаю, что это такое. Это чудо. Это чудо, это судьба, это имба. Отлично. Сейчас мы пооткрываем. Ой, хорош. Хорош. Я красавчик, я знаю. Сейчас мы ему тут натащим. Испортим аккаунт. Без донаты. Просто тупо делаю всех донатами. Как так можно? Жизнь, боль. Жизнь, боль. 355. Тан-тан-тан-тан. А прикиньте, он заходит. А у него бугимента прокачанный будет. Я не знаю, сколько там у него было слизней, сколько чего у него было. Ой, здесь еще самоцветы у него есть. Это жесть. Это жесть. Он копил. Он бедный копил, копил, копил. А мы зашли. Да. Да. Так, а сколько он там? А, 49 тысяч. Да. Да. Что там нам? Поехали. Прости. Прости, я не увидел сразу. Видишь, даже такая песенка. Я не увидел сразу и задонил. Бывает такое. Так, давай. Анубис. Кому нафиг этот Анубис уже всрался? Медуза. Дед Мороз Ноузила. Что это за фигня? Где мои имбо-герои? Фрея. Кому нафиг Фрея нужна? Вот кому нужна эта Фрея? Варлок. Хранитель. Рино. РТшка, Дракула. Что это такое вообще творится? Как это назвать? Это ж просто писус какой-то. Атлант. Нифига вообще. Вот просто тупо как-то без донатом, ну аж не прет. Аж стыдно за IGG на русском сервере. Что вы делаете с этими аккаунтами? Итого. Итого. Один герой, блядь. 6. Это 6. Ну, что маємо, то маємо. Зато сейчас мы потрешуем дальше. Хоть и один герой, зато у него теперь есть хоть какие-то расходники для прокачки. Кость. Да, тут, конечно, с талантами. Бьяда. Но мы это исправим. Ту-т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 у. Баст, 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 баст. Дастис, бастис, фантастис. Блин, конечно, у него тут много героев на баст претендует. Я бы так сказал. Но не хочется его особо просрать. И пак на Бугимена тоже не хочется ставить. И на стрелка таланта нет. Я поставлю, знаете, так вот сделаю. Не хочется, потому что... Ну, не знаю, вот захотелось мне так сделать. Простите меня. Простите меня. Гнев. Что за параша падает? Где какое-то исцеление для тыквы? Вот где оно? Скажите мне, где исцеление для тыквы?
Просто какая-то замедление. Ну почему, блин? Я уже думал, исцеление сейчас нам упадет. Так. Зачем замедление ему на этой? Ничего я не понял. Ох, 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 ох. Чик. Вот это да, вот это он оценит. Это по-любому он оценит. Это он по-любому оценит. Огонь. Огонь, ребятушки. Пушка. Так, сюда бы римку нам стащить. Батька сказал, батька сделал. Правда, я на Афину не знаю, или ему ставить ее. Я кину, ребят, все-таки вот так вот сделаю. Я не сделаю ему Афину, потому что дерево ремочное ему тоже надо. Так, разбросик. Прости, 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 Афинка, но сегодня не твой день. Так, ну тут у него вроде в начале все хорошо было, пока я туда не влез. Каменка, это можно сюда. Ху из ху. Ху из ху, а вот это пойдет сюда. И вот тут у нас еще бастик. Бастик фантастик. Ну я поставлю бас сюда. Так надо, ребят. Вот так просто надо. Так будет по красоте. Так, тут мы награды забрали. В общем, поздравляю, один недостающий герой, но зато мы по красоте тебе сделали, я надеюсь. Частично сделали аккаунт. Тут немножко. Может, еще кого-то вытащим. У нас же куча карт еще есть, ребятушки. Куча карт. Ворожей. Ну-ка, раз, два, три. Чик. Бигфутик. Отлично. Отлично. Бигфутик и ПБшечка. Просто топчик, ребята. Просто топчик. ПБшка надо. Бигфут тоже надо. Жалко мы, конечно. Хотя талантики у нас же есть. Отлично. Больше всего радуюсь. Знаете, не столько у себя выбивать, мне нечего выбивать. А вот здесь это реально будет кайф. Так, и что у него в итоге получилось? Так, это кулаки. Так, я не помню, там красные камни нам падали, не падали. Что я хотел посмотреть? Я уже вылетело. А, посмотреть, что у него по талантам там осталось с коробок, что мы там получили. А, ну вообще огонь. То есть он себе выберет, я думаю, он СОС вот там поставит и там. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.